Всем привет! Приехал на бобровое поселение. Сегодня решил капканы на бобра установить. Вот в этом месте бобры живут. Осенью вот эти кусты были все затоплены. Подойти сюда не смог, чтобы капкан установить. Кочки, вода. Глубина была примерно по пояс. Хата находится вот прямо передо мной. Вот он, бугорок белый. Вот эта хата. Но я до нее доходил, по кочкарнику перепрыгивал в броднях. Посмотрел, нашел заход, где они ходят. Хотел тоже поставить, но не получилось. Там, получается, перед заходом у них ветки наложены. Идет заход в хату под ветками и потом уже в саму хату. Вот сегодня решил попробовать капканы поставить с приманкой под лед. Один капкан установлю на входе в нору и два капкана по самому ручью с приманкой. Так, приманку вот я по пути, пока ехал, приготовил. Приманка у меня будет осина, осиновые прутки. Вот. И настораживать буду эти прутки с помощью вот таких вот насторожек производства Сулас. Приобрел у них на сайте. Две насторожки, ну тип насторожки то одинаковый, только принцип приманки, фиксации приманки разный. Вот на этой насторожке видно, что можно на гвоздик, можно на шуруп прикручивать, а здесь приманка подтачивается и вставляется туда вот специальное отверстие. Все, сейчас собираюсь, капканы беру и иду туда к хате. Ну вот, дошел я до хаты. Конечно, снега навалило. Сразу же пейзаж весь изменился. Ну, вроде бы вот здесь у них был ход. Получается, здесь кустарники кругом. А вот здесь вот было чистое место. Они вот так вот заплывали. И вот под те кусты. Вот под эти кусты. Вот прямо. И вот так у них был заход. Попробую где-нибудь вот в этом месте сейчас снег разгребу, лед разобью, посмотрю, правильно, неправильно канал здесь, а не здесь. Ну, выход был вот где у меня рюкзак стоит, вот так примерно прямо, вот этот в промежуток, промеж кустов они выплывали, и вот основное русло вон там идет. Кстати, здесь и норка тоже бегает, с собой у меня есть давилка ящичная. Поставить на норку надо будет, давилочку еще. И косачи здесь тоже вот бродили. Следочки косачиные. Ладно, все, устанавливаю. Так, ну что, в общем. Вход. Вход бобров в хате я так и не нашел. Вот в трех местах прорубил. Глубины вообще нету. И буквально вот сантиметров 20 и все, и сразу же уже получается дно. И здесь также. Ну, возможно, была вода, кочкарник. Может, верхом плавали, а может быть, где-то еще под землей прокопан ход у них. Здесь кругом трава, ногами копал, вот кочки даже вот видно. Вот. Здесь тоже кругом ветки, не знаю. Здесь пытался лед отдолбить до самой земли. Все заморожено. Ну, в общем, решил я просто на приманку поставить на основном русле. Три капкана установлю с приманкой. Два капкана, получается, будет заводская насторожка под осину. А вот который хотел на проход поставить возле хаты, я его как бы так сделаю. По старинке палочки подложу и промеж дуг положу хорошую осинку. Все, сейчас буду опускать. Прорубил. Лед толщина примерно сантиметров 25. Вот. Вот оно русло. Получается, она вот идет, здесь поворачивает за кустами и также вот в ту сторону уходит, поворачивает. Один здесь поставлю, там дальше, кстати, плотина, может, возле плотины поставлю. Где-нибудь здесь еще один капкан. Все, сейчас буду устанавливать. Так, ну вот, берем капкан. Глубина здесь
Думаю, цепочки должно хватить. Насторожкой вниз сделаю. Главное, чтобы крючок там нигде не зацепился. Предохранители снимаем. Обязательно. Иначе без них с ними у нас ничего не получится. Все, сейчас будем опускать. У нас все. Вот таким вот образом капкан дна не достал, висит на цепи, ну как раз, чтобы крючок уже там не мешался, нигде дугу не поймал. Если будет на земле лежать, может сам себя поймать потом предохранителем. Все, сейчас засыпаю снегом и иду дальше. Ну вот и второй капкан установил. Сейчас снегом присыплю. И все, и поедем дальше. Ну вот, установил третий капкан. Два капкана у меня вон там установлены. Это я метров 300, наверное, ниже по ручью спустился. И капкан здесь установил. Тут вот рядом хата маленькая, бобровая. Но пар с нее идет. Возможно, хата жилая. Но в хате также дырка. Вот дыра в хате. Кстати, норка здесь вот все избегала, прям свежая. Вон, я довилку принес, стоит, лежит пока. Тропа вот какая в норке. Видно, что снег он темный, налажен. Поставлю здесь сразу же довилочку. А вот свежий след норки. По бобру, в общем, установил я здесь. Сначала хотел здесь, поближе к хате. Думаю, ну ладно, сильно тревожить не буду. Отступил еще около 10 метров и установил здесь. И там дальше плотина идет. Солнышко уже садится. Залез, начинает, вернее, садиться. Домой еще пилить километров 12-13. Все, засыпаю. Сейчас я его снегом ставлю, довилочку и еду домой. Ну вот и довилка установлена. Поставил ее здесь, к дереву. В случае чего, чтобы снега меньше засыпало. Вон елка какая. В качестве приманки рыбу голову повешал. Селедки. Все, будем ждать результат. Еду домой.